Здравствуйте! Замечательное время года и всеми любимый праздник приближается, и чем не повод попробовать вот этот вот замечательный рождественский ват из 95-го года. Так, начнем же ультранасилие на новогодней тематике. Ну, это не выглядит не очень по-новогоднему пока что, но, эй, мы играем за Санту, играет рождественская музыка и... У нас есть бензопила. Так... Локация похожа на какой-то аэропорт, я полагаю. Только что какой-то контроль прошли оружейный, который не очень хорошо работает. По этой кнопке мы можем получить вот сюда вот доступ. Тут секрет с ракетницей. Не знаю, почему это секрет, но тем не менее. Взрываем импов. И прежде всего пойдем сюда. Так, там выжил чувак, ну ладно, ничего страшного. Пустим последнюю ракету в этих ребят. И отберем у него дробовик. И пустим их в расход. Здесь заберем синий ключ и посмотрим на эти взлетно-посадочные огни в виде синих сфер. И вернемся назад, вот сюда вот. Далее убиваем последнего импа. На самом деле не очень последнего, потому что здесь еще есть несколько последних импов. И, собственно, все. На выход. Вот этот последний имп, действительно. Вот такая вот короткая и быстрая, не то чтобы очень сильно новогодняя карта, но, поверьте мне, дальше будет больше такой новогодней атмосферы из думовских ладов 95-го года. На самом деле он не очень то чтобы хорошо сохранился с тех пор, то есть... Сейчас он выглядит не очень с точки зрения геймплея интересно, наверное, но в нем есть несколько забавных моментов, и ради разнообразия можно вот такой вот старинный лаз сыграть. Он даже какие-то топы занимал там в 95-м году, насколько я помню. Но тем не менее, вот да, вот такая вот штука. Я подумал, это будет неплохим развлечением. Тем более в такое вот время года я люблю что-то такое, знаете, вот... Перед Новым годом что-то такое поднимающее новогоднее настроение. Не знаю, мне такие вещи почему-то всегда заводят на праздничный лад. Ну ладно, хорош трепаться. Спасибо большое за просмотр и всего доброго. И с наступающим.